Дорогие воронежцы, дорогие земляки, разрешите вас поздравить с этим праздником, пожелать вам успехов, здоровья, счастья и всего самого наилучшего. 22 августа в России отмечают День государственного флага. Узнаем у воронежцев, помнят ли они, как выглядит символ нашей страны. Синий, белый, красный. А по порядку? По порядку не помню. Не помните? Да, все. Назовите цвета флага. Ну, белый, голубой, красный. А что они значат? Так, честь. Вот дальше я не помню. Назовите цвета нашего флага. Белый, синий, красный. А что они означают? Белый – это небо, синий – это вода, красный – это земля, я не знаю. Синий, красный, белый. Это по порядку, да, вы назвали? Нет, не знаю. Помните? Нет. А по-вашему, как они расшифровываются? Красные, не связаны это с коммунизмом. Нет, с кровью вроде бы точно не должно быть. Белая свобода, синее небо. Ну, сегодня день нашего флага. А какие цвета на нашем флаге? Белый, сейчас, чтобы не сплоховать. Красный, синий. Или неправильно сказал? Неправильно. Белый, синий, красный. Вот, извиняюсь. Вот правильно. А что они значат? Ну, белый – это олицетворяет помост и свободу. Красный – борьбу за нашу независимость. А синий – ну, синий – это, наверное, отчаяние народа, я так думаю. Отчаяние? Не отчаяние, а отчаяние, наоборот, стремление народа к чему-то к лучшему. Ну, я так понимаю. Три – синий, белый. Красный, не забыли, триколор. Ну, наш, как там наоборот идет? Красный, синий-белый. Да. А что они означают, по вашему мнению? Ну, чистота, наверное, символ. Это как небо, наверное. А красный – это кумач, как оно… Да, кровью добытый. Да. Милые воронежцы, поздравляем вас с праздником, Днем Флага. Здоровья всем, удачи, счастья и всего-всего.